Ребята, шахта. Перед нами шахта номер 8, и мы идем диговать. Итак, ребята, мы находимся глубоко-глубоко в шахте. Такая вот тут длинная туннель. Перед нами наши доблестные участники экспедиции. Это Антон. Серега. А вот он я, блин. Упоротый. Воздух, собственно. Можно, если присмотреться, увидеть частицы воздуха. На видео. Мы уже прошли довольно далеко. Тут он течет ручеек. Давай, идем дальше. Бежим, здесь дождь, ребят. Дождь. 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 Где-то далеко идут дырдыка, дожди. Прикинь, этот дождь, а от дождя будет расти дырдык. Тут что-то дырдыка здесь не наблюдаю пока. А между тем, перед нами завал. Завал, конечно. Завал сейчас сфоткаем, надо. А на завалом там можно дальше идти. Мужики мои лезут пока сквозь толщу воды. Воды здесь по колено, а мужики пока лезут. Так вот. Вот, собственно, вокруг Серега. Вот он, Сережа. И он вот тоже лезет. Но мы не сдаемся, нас не остановит толща воды. А вода чистая. Ладно, идем дальше. Итак, ребята, мы, похоже, нашли вагонетку. Вот они, еще одна вагонетка. А вот тут какое-то непонятное оборудование. Антошка, а что есть интересно? Тут какие-то эти щитки электрические. Это уже тема. Какие-то вон рычаги. Давайте сейчас, наверное, запоткаем вагонетку, ребят. Вот, ребят, замок. Дальше, похоже, тупик. Возвращаемся по тем же катакомбам, что и пришли. Так, ну что, идем по катакомбам, по которым мы пришли. Так. Осторожно, ребят. Вот такой вот тут лабиринт. Мы нашли. Он тут довольно запутанный. И мы будем вспоминать, как мы шли.
небольшое ответвление, ребята, и мы с вами попадаем в Нижний Новгород. Естественно, вы не понимаете, что Нижний Новгород выглядит из-под земли, но выглядит из-под земли он именно так. У меня просто друг, который он показывал мне фотографии. Ага. Подземка в стиле Нижнего Новгорода вывела в нас уже основной туннель опять. Вот он, основной туннель. Вот, собственно, воздух и пар, везде кругом пар и ветер. Итак, ребята, идем дальше. Итак, ребята, да, там, кстати, тоже какой-то это самое, ветер оттуда идет, воздух, но воздух более затхлый. А вот, ребят, похоже, тут какой-то интересный ветер сильный и вентилируется. И нам туда. Вот куда мы залезли. Это лестница вверх. Сюда мы залезли. Посмотрим, что вообще здесь. Давайте на нижний этаж обследуем. Там очень сильный ветер. И водопад, и в общем мы поворачиваем назад. Там очень сыро для камеры, поэтому камеру лучше туда не заводить. Мы возвращаемся назад. Это был полозушка в шахте. Блин, чуть не упал. Но ничего. Короче, ребята, эпик вин. Все, идемте назад. Это водопад там шумит? Да-да, там какой-то водопад шумит, короче говоря. И лучше туда не ходить, камеры вообще сырость. Можно, конечно, без камеры туда зайти посмотреть, ребят, сходите. Чё? Сейчас я вот эту штуку Тюбинг, еще тюбинг, длинная тоннеля. Не кричи так, бригадира, будет хорошо. Ой, шайтан какой большой, пролей напряжение. Не мужчина ваш ампер, очень горячо. Тюбинг, еще